обратная сторона. Смотрите, сегодня гораздо активнее трасса, нежели вчера. Давайте также посмотрим, какое количество машин пройдет за одну минуту. Итак, начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Сегодня явно больше машин. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Если посчитать те машины, которые приехали с того момента, как мы только вылезли, уже будет 20. Людей все так же здесь нет. Все, минута закончилась. Ну, вот, если что, еще одна машинка. В всяком случае, на машинах люди ездят, а вот относительно Пешкаруса никого нет. Пешком никто не ходит. Ну вот как-то так. Сегодня, я думаю, более активно, чем вчера. Хотя именно сегодня, скажем так, уже начинают брать штрафы за нарушение карантина.